Всем привет! Давно я ничего не выкладывал. Идем, короче, такие. Идем. Вот тут Russia Team, Bosco Sport с каким-то пакетом. Тут серый парень в каких-то джоггерах. Непонятно. Тоже с пакетом. Ну и, короче, и я с каким-то пакетом. Почему-то все пакеты от WinLab. Но мы не бухать. Не. Короче, это русский остров. Это залив. Там корабли. На рейде вам, конечно, не видно, потому что камера у меня говно. Это вот все русский остров. Где-то там мы оставили машину. И, короче, просто идем пешком, вообще непонятно куда. Вот эти вот два парня меня ведут. Походу на жертвоприношение. Ну ничего, я согласен. Морось, но комфортно. Этот идет. Кстати, вот этого человека я прозвал Мухомор. Этого пока еще никак не прозвал. Да, вот он самый. Лица они, конечно, светить не будут, потому что они не ютуберы, не блогеры. Ну, а мне что? Мне какая разница? Вот Владивосток. Остров русский. Кстати, природа здесь обалденно шикарная. Тут перегорожено. Короче, здесь что-то непонятно. Какое-то ведомство МЧС, не МЧС. Обломанные березки. Это у нас был ледяной шторм 2 года назад. Еще последствия его сказываются. Ну и как обычно, вот, кстати, чтобы в подтверждение, скажем так, моих слов, что Владивосток любит граффити, пожалуйста, вот. Это вот все исписано местными долбоебами. А мы идем куда-то в лес. Вон, еще граффити, говорит, смотрите. Я, как обычно, в белых кроссовках, кстати. Мы куда-то ползем. А нахуй мы сюда приехали? Здесь же клещей пиздец. Нет, блядь, ведет меня, нахуй, Сусанин. Геронда, ну, геронда-терапия, это, блядь, терапия клещами, нахуй. Геронда. Здесь вон тоже тропинки, можете посмотреть, постоянно лес схоженный, но не помятый, кстати, в отличие от многих лесов. Вот такие вот цветочки. Чё, куда? По хребту. Лица парней я не снимаю. Короче, мы ебашим по лесу, где дохуя клещей. Нахуй я повелся на эту авантюру, я не понимаю. Цветочки, пионы. Амброзия уже расцветает. Здесь что-то копали. Мы идем. Ладно, я вам открою тайну, мы идем жариться сиськи. Этот орехи идет и ест. Он говорит, я сосиски не ем. Мясо мне давай. Ой, блядь. Он рассказывает секрет, короче. Дело не сосисков. Говорит, говно, говорит, туалетная бумага. И что там еще? Не, говна нет. Туалетная бумага, клейстер. Туалетная бумага, клейстер. Немного кенгурятины. И немного кенгурятины. А, усилитель вкуса. Говорит, усилитель вкуса. Нихуя. А можно я ниже не пойду?
Короче, мы идем куда-то вниз. На очень далеко, нахуй. Я после, блядь, коронавируса со своими последствиями, блядь. Это пиздец. Короче, что-то мы нашли здесь. Столик? Пойдем на столик. Ван, укрытие, дот. Ну не дот, блядь. А, ну это недоработано. Это, видимо, здесь этот был. Сбор воды. Все выложено кирпичиками. Я такие сооружения уже видел. На фортах это, скорее всего, резервуар для сбора воды. Ну, то есть, вообще, как бы нормально. Нормально здесь все. Там вон столик они нашли уже. Ну и часть природы, если я, конечно, отсюда выберусь, я, конечно же, вам покажу. Очень опасно тут ходить. Ветков много. И разбрелись. Эй, хорош ссать, а! Я, блядь, на YouTube нахуй это выложу, блядь, секунд. Пиздец, блядь, где стол, он там сыт, нахуй. Началось, блядь. Ну, вот здесь мы будем жариться сиськов. К лимону. Вот такая вот природка, погодка. Так что покажу я вам еще пару мест. Это вот остров Русский. Ну все, всем привет!